Срок бесплатной приватизации жилья официально продлен до 1 марта 2017 года. Такое решение принято на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева. В Министерстве строительства объясняют, количество обращений граждан, в том числе в адрес депутатов, показывает, что запрос на приватизацию остается высоким. И решение по ее продлению еще на один год позволит гражданам завершить все процедуры.